What is happiness for you? Да, мы опустим раствор, значит сейчас мы для нее сделаем такую емкость. У нас нету другой. Мы разбавляли изофермин. Вот этот изофермин разбавляется 20 миллилитров на 1,5 литра. Эти 1,5-литровые бутылки налили лизофармина, тогда мы специалист, потом дольем воды. Используйте, что вот иголки мы брали. Да. Зачем выбрасывать? Это пригодится. Вот пришло время, они пригодились. Вот. А тут что, оно подходит сюда или нет? Нет, разливается. Уже открываю. Тоже здесь 20 миллилитров, да? Да. Такое. Это если даже попадает уже разбавленный раствор, все равно он делает жесткий пятна. А если концентрат, еще хуже, наверное. Да. Да. Ну, это не смертельно и не больно, это нормально. Он не желает. Ну, просто цвет делает на руках, он потом 4. Там несколько манипуляций, он смывается за день, 2, 3, 4. Угу. Понятно. Так, все, нам просто добавь воды. Вот. И еще нам нужно будет, это тоже полторачка, да? Нет, это спирт. Хирургическое отделение тоже так, да? Да. Снимай. А что там снимать? Вы снимаете обработку? Да. Пусть будет. Да, Афанасий будет. Я уже примерно представляю. Все, вот обработали воздух. И вот это я показываю, это важно. Что распыляли? Именно не только, не просто пол, а вот лампочку тоже. Вот эти мелкие капли, они связываются с пылью в воздухе и оседают все на вниз. Пол. Да. И вообще перед посадкой, когда мы сюда будем заходить уже на инокуляцию, мы пол мочим. Он должен быть мокрый для того, когда мы... Ну такой просто физический способ, когда мы будем передвигаться по комнате, чтобы пыль не поднималась вверх. Если он будет мокрый, она там будет оставаться себе внизу. Вот сначала такая. Пол, чтобы как бы он был мокрый. Да. Когда воздух обработали, уже пол мокрый, там уже... Вот такая формальная, скажем так, обработка. И все. В коридоре не будем? Увидишь? Можешь забрать сумку, она пыльная, грязная. Сумка, это же не видно. Все, и после этого... Все, закрываем на карантин. Ну, сейчас мы сейчас полпом. Старое помещение, где раньше были блоки. Тут, значит, была такая система, они... Кирилл, надо вот это снять. Меня не просто, оно меня бесит. Оно меня нервирует. Да, вот этот принцип, снять это. Все. А то сейчас люди посмотрят вот видео, и они подумают сразу, что вот у нас шнурки висят, и они сейчас тоже начнут блоки вешать. Понимаешь? Тормози снять. А потом... Тормози снять. Нет, ничего не снимать. Все, вот снимай, как мы снимаем вот эти шнурки, чтобы никто никогда не видел, что шнурки нужно вешать. Все, снять. Старый метод, он уже устарел, да? Да, это... Вот, мы сейчас снимаем шнурки, то есть никаких подвесок никогда мы не делаем, потому что это большая ошибка вообще в грибоводстве. Ничего... Не вешается. Все. Вообще даже подумать, вот логически, ну для гриба, ну это чуждо, да? Когда он висит, он оторван от земли, правильно? Да. Да, даже просто исходя из каких-то таких вот, скажем там, таких вот... Природных, да, понятий. Но это же не природно для него висит в пространстве. Он отрывается от земли, значит, у него теряется полноценная связь. Как он привык жить, и его вдруг помещают. Скажем так, если человек, вместо того, чтобы он помещался в комнату, да, мы сделаем ему такую подвешенную какую-то ячейку и подвесим его. Да. Вот как он себя будет чувствовать? Да? Когда вот все постоянно шатается, он как себя чувствует? Плохо, правильно? И неправильно. Я думаю, что неправильно, даже просто я если говорил вам насчет обрезки, я же вам говорил, проверяется веточка на ребро жесткое. Сено гибкое, все, там плодов не будет. То есть она обрезается с расчетом, что ветка нагрузится плодом. Плодами она должна быть неподвижная. Все, убираем эту нитку отсюда. Да. Вот термометр для измерения температуры внутри блока. Внутри блока. Увлажнитель еще есть. Похож на... Давайте. Так будем это мерить. Все, у нас нет времени.
проходим. На этом у нас нет времени. Да. Скамейка. Скамейку убрать. Ксения, заберите скамейку. Я хочу посмотреть, как он обрабатывает, сколько. Снимай. Могут досконально обрабатывать. Да, как побелка. Вот мы стандартным раствором формалина 20 мл на 1,5 литра просто обработаем стены перед тем, как будем сюда заносить блоки. Это у нас будет инкубационная камера. То есть здесь они расти не будут, но на инкубацию мы пока будем бежать. Потолок нужно будет? Тоже. Мушки тут у вас хватает. Я вижу, это же черная. Мушки. А куда они? Пока блоки будут на инкубации, там нет приморки, нет ничего. Регулярно, если вдруг мушка появляется, чтобы она не повреждала дырки, нужно будет всегда... Ну, вот пришли, посмотрели, тут немножко рифмопоза. Это будет не лишнее. Там блоком от этого все равно, они все равно запечатаны. Да. А в пространстве, чтобы мушка даже не думала, что она здесь будет жить. То есть не ставить себе шанс. Вот видишь, мы сейчас... Вот интенсивно здесь проводим распыление, вот ты спрашивал там за формалин, там не вред. Ну вот видишь, вот. Запах приятный. Ну просто запах есть, мы здесь не будем мешать. Мы сейчас только закончим и сразу туда уходим. Пока мы вернемся, это все оттуда сядет, сделаем проветривание и пол вреда здесь не будет. Там чуть на паузу так время от времени нажимаем, уже там видео не было, там 2 часа как мы будем комнату. Ну понятно, что. Бочки. У нас тут получилось, так как мы делаем посадку тут и мицелий и все остальное первый раз, то все разбросано по всей территории. Тут все манипуляции производятся. Можешь немножко монастырь так кусками. Бочку, давай бочку. А снимай, это, снимай бочку. В свободное время немножко садишь. Вот перед тем, как сюда выставлять сейчас мицелий мы будем из автоклава, мы бочку обрабатываем опять, ну, тем же раствором. Угу. Так, забери вот это. Забери вот это. Я ее уже вымыл. Так, я в перчатках. Все, сухая. Вот, и... Снимай бочку. Все, понял, да? Посуда перед тем, как выставлять сюда блоки из автоклава, всегда обрабатывается вот так. Сначала мы ее перемыли, потом обработали всегда рабочим раствором вот этого лизофармина. И посуда у нас готова. Сейчас нам осталось уже достать пакеты и достать мицелий из автоклава. Но будем надеяться, что все должно быть нормально. Вчера аккуратно так его. Да. Мне может один сушить перчатки или я пока. Не, так у меня есть. Идем. А мы давай. Надо еще обработать вот это. Пакета у нас не понятно. Ну не знаю. Все может быть. Это любой автоклав. Будет он здесь. Да, если автоклав будет здесь или он будет там уже в комнате, в лаборатории, это не важно. Перед тем, как снять крышку, у меня руки, да, перчатки я обрабатываю. Может так идет. Здесь, видимо, жир попал. Чтобы пыль туда внутрь не попала, мы это обработаем. Дальше что? Оставляем немножко, чтобы пропиталось. Нет, я просто стекаю это. Да. Стекаю просто, чтобы это не потекло.
все. Это отрыва он такой, если будет лабораторный, то он будет такой. Несколько, несколько раз побрызгали. Вообще, мне кажется, температура там была жесткая. Я не знаю, что из них получится. Проплавились немного. Да, мне что-то кажется, оно немножко даже изменило структуру. Может быть. Может, качество пакетов? Так. Нет, это да, это можно брать, это мы посадки будем делать, это уже не страшно, они запечатаны. Там есть такое, что вот этот полипропилен, вот, от, в зависимости от температуры, может даже изменить свойства. Он вроде был такой мягкий, а если прожарили его, он начинает просто ломаться. А, ну, так. Пыль. И аккуратненько. Горловина чуть-чуть неудобная. Поэтому нужно, чтобы желательно была горловина пошире, да? Даже жирку добавить. Ну, пакет горячий. Да? Каша не сварилась. Ну, горячий, вот я на руке держу, сейчас мы еле... Видим, да. Хорошее сделали, каждое зерно отдельно, то есть каша здесь не видно. Ну и, слава богу, пакет не сварилось. Вынимать? Нужно очень и очень осторожно. А, вот без грязи, Олег. Вот за вот это тут надо, чтобы... Да, я понял. Может обработать тряпочку какую-то, губку с раствором? Запах это от пакета, да, от пшеницы. Вот этап стерилизации мы прошли удачно. То есть шел только пакет непонятно по да? Не, я думаю, тут все нормально будет. Если этим ничего не случилось, то тем тем более ничего не случилось. Особенного. Да, все, они еще до сих пор горячие. Пакеты. Это пакеты на посадку, это просто в офис отнести, как они есть. То есть мы вот сейчас эти пакеты, что мы делали. То есть им абсолютно ничего не случилось, если мы те выняли. А вот это, те, что мы. Да, это экспериментальные. Вот тут я не знаю. Ну, уже не будем скрывать, но мы уже. Мы попробуем посадить. Мы, когда будем делать посадку, что попробуем. Получится, что получится, то получится. Ну, автоклав. В принципе, я тоже поеду с вами. Тут интересно уже получается. А меня... там сейчас ничего не будет. Мы относим бочку, сейчас она будет остывать. Мы ее там оставляем, инокулировать будем вечером, потому что они сейчас горячие. Сейчас инокулировать нельзя, потому что в них еще температура там 60 градусов. Мы ждем, пока они остынут. Дештерса колы помажены, ну? Ну, ладно, ну-ка. Помою руки. Да. Вот это мы сейчас уже, там инфекция никакая не попадет. И в таком вот виде мы сейчас относим в лабораторию и оставляем там просто для того, чтобы пакеты остывали. Вечером мы будем делать инокуляцию. Примерно. Теперь смотри, теперь мы уже готовимся непосредственно на инокуляцию. Нам нужно, чтобы все, что мы будем использовать, стояло уже под руками. Мы делаем последние уже такие приготовления. Так что
Потом пошли у нас 2 восьмых. После 2 восьмых у нас пойдет розовая. И после розовой у нас пойдет лимонная. И вот эти. Можешь банки... схему на листочке нарисовать позицию банок? Не некогда. У нас есть. Мозги. Да, да. Вот. И уже банки естественно там путешествовали где угодно, поэтому мы их уже хорошо вот так обрабатываем на посадку. Подстраховаться еще раз. Чуть больше, пока вы там несли, чтобы там не... Они... Это чтобы ноги вытирать, а тут чуть-чуть так проведет. Все. И на этом все.